Всем привет-привет, вы на канале VotGSN, канале, на котором, если вдруг в игре что-нибудь более-менее важное происходит, или уж точно важное произошло, то я обязательно дам об этом знать и все с вами обсудим. Поэтому, если хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик. Ну а для тех ребят, кто в игру еще не заходил, но собирают все-таки эти пульты, которые многих разочаровали, вам необходимо зайти в игру, сыграть одну катку, для вас откроется вот такой вот квестик от VotBJoy, в котором необходимо за отведенные 5 дней нанести всего лишь 20 тысяч единиц урона, причем не имеет значения, в каких боях вы будете играть. Ну и как я уже сказал, здесь вы можете забрать себе пульт, можете забрать себе аватар данного YouTube блогера, заберете себе фон профиля вот этого блогера, который видите сейчас у меня на экране. Ну и, соответственно, помимо вот этого вот контейнера с легендарными аватарами, которые, как мне кажется, вообще никому не интересны, можете забрать себе довольно неплохой внешний вид, который подходит большинству машин в нашей игре. Меня интересует в данном случае ваше мнение по поводу того, насколько данные квесты вам интересны, это первое. И второе, собираете ли вы еще данные пульты? Кроме того, буду благодарен, если вы напишите о том, что вы не получили данный квест, хотя сыграли одну катку и при этом играете на евросервере. Я собираю данную статистику, ну и, соответственно, в будущем планирую ее так или иначе использовать. Спасибо вам большое за просмотр данного видео, надеюсь, был вам полезен. Подписывайтесь на канал, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.